названа зарплата Медведева на новой работе. Заработная плата бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации составит 618 713 рублей в месяц. Соответствующий указ президента России Владимир Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц, говорится в указе. Указ вступил в силу 16 января 2020 года. Как сообщил Рамбл, 15 января после оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку в полном составе на фоне предложенных главой государства поправок в Конституцию, которые в том числе затрагивают порядок формирования комбина. 16 января президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза Российской Федерации и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. 30 января Совет Федерации одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совбеза Российской Федерации.